Hey, buddy, I think you got the wrong door. The leather club's two blocks down. Некоторые чисто из вежливости сосут, а не для подкат. Да-да-да-да-да, ну это, знаешь, типа, тебе баба наступила на белые кроссовки. Ебать, прикольно вообще придумала, я хуею. Вы видели вообще? Я почему голосования такие не ставлю? Это ж вообще пиздец, по-моему. Типа, прикиньте, это голосование работает по типу донатов. Кто куда донатит? Прикол. Как бы, ну, извини. Блять, прикол, она такая у меня сейчас тут понимаю, поднимается. Нахуй. Запятая насчет Гефарчину, что? Тестил? Блять! Хотите угар, чуваки? Мне приснилось, короче, ну на полном серьезе, без шуток, что я, короче, встретился с Сильвернеймом. Мы сидели, пиздели, и у меня хватило смелости сказать: слушай, а нахуя ты, типа, вот так делаешь? Я только сейчас вспомнил, я, блядь, забыл этот сон. Вот так нахуя делаешь? Пиздец, это вообще самый странный сон был, я ебал. А вы слышали, что существует сайт? Да, слышал, но играть не буду. Блядь. Блядь, да ебаный в рот. Ламыч встал со стула. Или кто это? Бля, вот эта хата пиздец. У каждого же, наверное, дома стоит этот зарыганный сервант, блядь, бабушки, нахуй. Бу-бу-бу. Помни на несчастнейший случай в твоей жизни. Если, например, бумагу не взял с собой, ну вот эти салфеточки, да, а типа в общественном туалете закончилась бумага, ты стоишь, короче, твёркаешь вот так. Это, пацаны, это женские приколы, поняли? Типа, им просто не знакомо, что такое взять, поссать, потрясти писькой, типа, до последней капли такой. Ну, все равно она капля капнет, но просто потряс и уже заебумба. Вы чё, они же, блядь, там надо потереть, блядь. Вот это вот там, понял, вот это вот. С собой сумку берут, блядь, потому что там полно всего, нахуй. Это пиздец. Это... Алиса? Это не жизнь, это хуйня какая-то. Сколько тебе исполняется? Бля, я в первый раз в жизни посрал в общественном туалете недавно, чуваки. Это просто пиздец. Я просто не мог. Это со мной случилось. Вот кто-то, блядь, ванговал, типа, с тобой это случится, блядь. Случилось. Как недавно это было в Исландии, правда. Я летел назад на родину, блядь, Россию. Бля, я 4 раза бегал. Я какую-то хуйню съел. Вообще какую-то дичь. Как оно? Но это пиздец, чувак, что я могу сказать. Во-первых, ты же не будешь садиться голой жопой на то, где мужики, блядь, не поднимают стульчак. Надо вот так изложить, блядь, туалетную бумагу по кругу, понял? Потом жопу посадить. Почти 14, а тебе? FBI, open up! Чувак, бля, давай ты не будешь рассказывать о том, как ты ходил срать на ОГЭ по английскому. Да там каждый ходил срать, кто сдавал экзамен. Все, блядь, кто сдает экзамен, ходят срать. Ничего нового. Блядь, я еще не смотрел в игру, оно заорало, я боковым зрением увидел, я пиздец испугался. Ёбаная мразь, блядь. Ебать, я заорал. Ой, блядь. Ёбаное говно, бля. Сказал. Человек на 70 состоит из воды, а огурец на 90. Несложно посчитать, что человек на 65 огурец, а Иисус умел ходить по воде. Значит, если ты можешь ходить по огурцам, ты на 90 Иисус. Так же очевидно, что огурец на 63 человек, а в Иисусе 77 воды. Несложно показать, что огурец на 116.8 Иисус. Пепел желтого ученого, бля, он и...
Ну заебало! Ну почему, блядь, скримеры, бля, в этой ебаной игре есть? Ну... Она прикольная. Я понял только то... Знаешь, что я понял, Игорь? Понял я, Игорь, только то, что время... Что то, что время того, что тогда было, того понял. То, что время кастома... А, сядьте, мусоровоз, все. Хорошо, ебать, конечно, была жара. Блять, куда? Почему? Смысле он взорвался? Я, блядь, почему уж так взорвался-то он, а? Да, блядь, Nail Kick 2.0 или что? Ну, не делай тупое лицо. Я сделал умное. Ну, Лена, позируй секси. Скажи, сексабильно? Очень. Ой. Если что, это секс. Звоните, мальчики, приходите на стримы. Еще больше эротики. Ебать. Я телепортнулся. На. Что? Ты видел? Да. Так у меня тоже он типа так. На СВ портит. Знаешь, что тут надо? Щити флейм Гарри Поттер. Бля, прикольно, что в Fortnite можно баскетбол дебилами играть. Это же вообще круто. Васабы. Okay, this is actually ridiculous. There's three of you fucking guys pecking me. Fucking four of you. Four of you pecking me. Five of you. Five of you pecking me. Can it fucking stop now? You're taking the piss now, boys. Yes, they are. Бля, Грик чё, первый раз в деревню приехал или чё, я не пойму? West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads. Бля, брат, я сейчас сам сдохну. Я не понял, в чем прикол. Наверное, блядь, справа снизу надо было смотреть. Так ты главный, ебать. Ты меня видишь? Вижу, вижу. Ебать. У там... меня тут пиздец. Блядь! Ой, блядь. Нашел пруф на зарубежном канале. Всем привет! Это Сигал, и сегодня мы будем открывать паки. У меня есть 3000. Блядь, сип мне это, пожалуйста, Мел. Мы будем ловить. Нахуй он смотрит. Кого? 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 Кого вы спросите? Кого еще? Сип мне нахуй. Криштиану Рунайду. Сип мне, пожалуйста. Бля, что у него на лбу, нахуй? Ready? You ready? This is Free Fire Zone. Yo, mate. I still, mate, I haven't done it yet. Come here. Mate, come here. Come here. Бля, человек реально первый раз на улицу вышел, клянусь. Wait. Dude, can you just wait for a second? Come here, pup. Wait. Сейчас горит. Сука, блядь, хватит воровать бабки у мамки, блядь, хуесос! Сука, я, блядь, дайте в черный список добавлю. А никак это нельзя добавить, понимаете? Я просил, блядь, давно, нахуй. Я просил, блядь, добавить возможность Donation Alerts, блядь, чтобы можно было добавлять черный список долбоебов. Но это невозможно. Это... Они, кстати, API открыли, прикиньте. Я все жду, когда кто-нибудь разработает ебаное дополнение с топ-донатерами. Пожалуйста. Если есть какой-то прогер охуенный, ты можешь как-нибудь использовать API Donation Alerts, потому что сами они не могут это сделать, к сожалению. И сделать топ-донатеры. Чтобы, блядь, был список.
Всех заебало вручную это прописывать. Вообще всех стримеров. Один Donation Alias говорит, что это никому нахуй не надо. Никому нахуй не надо. Я распечатал тебе домашку по литературе. Да можно и не делать, на самом деле. Ничего не задавали. Ебать! This was painted by Charles Manson. The infamous cult leader who convinced his followers to commit a series of 9 horrific murders in Los Angeles. And this landscape was painted by me, Adolf Hitler. Oh, shit. Так, когда от меня ментура осталась, а? Давайте постоим, пацаны. Просто постоим. Блять, я, короче, хочу опять GTA-шку с модами накатить. Он вам не Эрик Шука. Хочу накатить... GTA-шку и в 2К поиграть. Боже, блять, у меня ж теперь моник 2К, я охуею. А, ребята, срочно. Нужно просто в охуенных текстурах взять просто это самое, блять. Блять, у меня же даже, кстати, комп топовее, чем у чуваков, которые моды накатывают себе на комп и записывают видосы в 4К. Бля, в теории я бы мог стримить вообще охуенную графику. Проходить просто, блять, с редуксом каким-нибудь. Бля, класс. Я подумаю, но я бы не хотел GTA 5 проходить, потому что скоро RDR выходит на ПК. Надо будет его купить и на ПК проходить. Я думаю, будут люди смотреть. Может, они отстанут? Блядь! Уфу! Они отстанут, хорошо. Лол, с каким-то чуваком другим совершенно вообще гонится. Что? Нет! Нет! Бля, он забавно играет в GTA. Жопу, в смысле? Ай, какая хуйня, пацаны. Мне иногда даже кажется, что это реклама, кстати. Да вообще залупа полная, почему? Опять две звезды, да чтоб тебя. Возможно, атака с воздуха. Атака с воздуха. Ауч. Дай продус. Пацаны, Елигорка это? Елигорка, он жив? Охуеть. Бля, вот это везение. Okay, I'm gonna have to wash these. Help! I'm drowning. Бля, хуй знает, короче, надо ли Запад в Дэйкукуин включить.